Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как сбросить настройки камеры на устройство LG G8S ThinQ, если вы не видите кнопки сброса в настройках самой камеры, как и я. Итак, вначале открываем приложение «Настройки», а затем спускаемся вниз, и нам нужно найти приложение. Вот, приложение и уведомления. Открываем. Затем открываем пункт о приложении. И находим здесь камеру. После чего нажимаем «Остановить». Затем нажимаем «Карты SD» и «Память телефона». «Стереть данные». «Окей». Вот и все. Настройки камеры успешно были стерты. Открываем камеру. Видим, что опять нужно проходить обучение и так далее и тому подобное. Что ж, спасибо еще раз за просмотр. Всем до свидания. Кстати, задавайте свои вопросы в комментариях. Если вы подписчик, мы тем более быстрее будем отвечать. Ну и, в общем-то, можем пообщаться на любую вообще тему. Пишите. До скорых встреч. До свидания.